с какого года играешь в скейблоке? Ну, с 16-го. А что? Угу. А просто квест вышел какой-то новый, про ютубера какого-то. Не подскажешь? Говори, варп. Маджей. А, так по Маджею квест вышел. Маджей схе, дорогие друзья. Он не нуждается в представлении. Именно с ним ассоциируется олдовый скайблок на простокрафте. Мы нашли самый первый остров Маджея. Именно на нем будет этот еженедельный ивент. Пиши /Маджей и попробуй вспомнить далекий 2017. Ну и в чем проблема? Во всем. Это вот, я так понимаю, это его остров. Да. Старый 2017 года. Давай начнем по порядку. Накопать в генераторе булыжник. Ты вот скайблокер. Совсем в анархию заделался. Это же... Подожди. А это домик? Это генератор. Да ладно. На, копай. Ля. Дорого-богато получается. Это пятиблочка. Офигеть. Посади морковку и картошку. Получается, ищем. А, о, нашел. Было что искать. А. Смотри. Тут две. То есть просто посадить? Да. Ну тогда... В чем проблема? Просто я на его острове. Вообще, кто такой? Изначально возьмем. Кто это за остров? Впервые его вижу. Так. Если мне не изменяет память. А. Забирай. Кого? Кэшбэк. Я еще кактусы своровать хочу. Все, плюсим кактусы. Опачки. Это все мое. Все. Погнали дальше. Все, что украли, да мое. Что там дальше? Порыбачить 7 раз. Так. Ты здесь мы рыбачим, блин? Нет, здесь есть рыбалка. Да ладно. Так. Не лезь, она тебя сожрет. Купание запрещено, увижу за баню. Какой-то злой ютубер, походу, был. Так. У меня проблемы. СС. Что СС? Покупай. У меня где-то дома есть удочка. Я найду. У меня нет удочки. Ну, купи в магазине. О, реально. Нормал. Так. Маджей. 7 раз поймай, 7 раз отрежь. Как-то так было. Если мы ролики будем с такой регулярностью выпускать, администрация нам кое-что другое отрежет. Так вариант. Не, тут такой вариант, что вариантов нет. Док. Да. Снимай элитр. Будешь катать меня. Покатай меня, большая черепаха. Да. Я еще и покормлю тебя. Треской сырой. Мне кажется, или у нас этот... Ой. Сплелись. Эти. Как они называются? Лески. Из меня, конечно, рыбак такой себе. Да и человек-то не очень. Почему? 90% времени на анархии. Оставшиеся 10 в хабе.
Ну, да. Оп. Я все порыбачил. Я тоже. Пойдем. Протестить авточаровалку. Кто это? Это механизм у него был какой-то, типа. Ага. Смотри. 30 уровень. Ага. Первый. Ебать. Хм. Да, давай зачаруемся на первый. Оп. Пять штук, да? Все. Удобненько получается. Погнали дальше. Let's go. Вот уже написано отделение для почты. Он за тобой следит. Какой-то бородатый мужчина. Так, дальше что у нас идет? Недостающие золотые блоки в уголках лестниц. А я же все лестницы тут изучаю, хожу. Корове, овце плохо. Так, повернись налево. Никто ничего не видел. Повернись налево. Овца-анархист. Все нормально. Полюбас. Сюда, раз. Ага. На нем факел должен стоять. Задача просто расставить золотые блоки. И это да. Ага. Отлично. Дальше. Дальше. У меня печеньку Орео. Ага. Вон она. Угу. О, это типа Орео? Ага. А то? Это что, Биг Мак? Или что? Ну, насчет Биг Мака я не знаю. Но следующее у нас есть курицу из KFC. Тут этот... И арбуз. Как-то оно плохо работает, но ладно. Она на отжатие работает. Офигеть. Так. Дальше. Пожертвовать фон счастливых подписчиков. Раньше скидывали всякие полезности. В том числе и бэшки. А, ну да, у меня чат отключен. Сколько там надо? Три? Три стака изумрудных блоков. Вот и все. А, ты же пропустил. Да, вот загадки Мраморджея. Кто такой он вообще? Так. Погнали по порядку. Какой предмет в Майнкрафте изумрудный блок вообще Мраморджея? Это же он стоит, да? Мужик бородатый. Так. Ты у него плащ видишь? Да, Redstone. Переименуем золотой блок. Да, у меня есть. А, отлично. Потом, каким цветом написан титул Маджея? Желтый, оранжевый. Да. Ха. Тот, который Маджея из Хери? Угу. Имя Маджея в обычной жизни. Все. И встрял. Угу. Андрей. Никит. Угу. Уникальная, нерушимая, золотая подарок от Маджея. Подарок кому? Топу донатеров. Давай по-другому. Я же топ донатер, да, типа ему. Нерушимая золотая. Что первое в голову приходит? Лопата. Нет. Золотая мотыга. В прошлом вайпе за выполнение всех квестов давали. Тоже. Кирка.
Ага. Ферма этого моба приносила прибыль конечностями. Конечностями. Конечности. Обычно на счастье берут. Лапку кроличью. Ну. Геометрическая фигура с нового острова летом 2020-го. Ты тупо не знаешь. Куп. Параллелепипед. Куп. Куп. Я уже скинул. Моб, который стал киборгом и приносил железо. Этот. Нет, как не голем. Не поверишь, но это была курица. А, ну, я думал, снеговик уж. Походу, с остальными яйцами. Чёрно-белая игра на острове Маджея. На этом острове? Нет, здесь его нет. Чёрно-белая. Шашки. Шахматы. Шашки. Ой. Место, вокруг которого была картинная галерея. Тут ты тоже просто не знаешь. Рыбалка. Ага. Интерактивная постройка, которая работала от фейерверка. Мы снимаем слишком рано. У всех остальных в квесте будет интерактивная зимняя постройка. Ёлка. Ёлка! Так. Всё. Ну, отлично. Ты залез на YouTube, посмотрел хотя бы. Там есть много чего интересного. Пойду, посмотрю, пожалуй. Ага. Опять на Анку? Нет, ты что? Пиздишь, как дышишь, а дышишь ты часто. Ладно, давай, до следующего квеста. До следующего.